Давай. Ух ты! Угу. Это лифт, да? Да. А что это за фирма такая? Атлант. Что впервые слышу. Мы с тобой снимали ведь осенью. Да, что-то кому-то напомню. Ну мы с тобой сюда ездили, мы этот снимали. Мы сюда уже приезжали, ты что, не помнишь? Ну это я помню, ты просто не помнишь, что снимали. Не-не, мы с тобой Атланты точно мы с тобой снимали. Ну два или три это точно. Слушай, а все моргает-то? В смысле? Где моргает? А вот, видишь, моргает. А, может там что-то есть. Странно, да? Значит, может там панель приказов там моргает, я не знаю ведь. Скорость здесь, конечно, большая, да? Обычная почему? Он внизу открылся. Что такое? Грузовой открылся, потому что там же те ехали, которые мы за ними пошли. Поэтому придется ветра подождать. Сейчас он приедет, я думаю, этот. Еще раз. Что, грузовой не работает, что ли? Долго лезет, да? Или прям грузовой не работает? Не знаю. Сейчас посмотрим, он уже работал.
Ну, я слышу шум, как ты едешь. О, наверное, вон этот приехал. Я тоже так думаю. О, наконец-то. Да-да-да, еще надо удержать кнопку, чтобы нас не оставили. Наверняка сейчас этот грузовой лифт вложим. Ты очень долго ехал, да? Да. Странно, да? Угу. Давно такого не было. Не, ну бывает, что, конечно, что не с первого раза получается поймать его. Ну, чтобы он так ехал долго, это да. Я просто сейчас кнопку держу специально, чтобы не отпускаю. Так же остановили? Ну да, но боюсь, что просто может и не прокатить. Ну как, 50 на 50. Бывает, что прокатит, бывает, что нет. Все это, я не знаю, как, зависит от какой ситуации. Я думаю, уже можно отпустить. Пошли.